В инженерной школе энергетики Томского политеха готовят будущих инженеров, диспетчеров, конструкторов, исследователей, которые могут проектировать, обслуживать, диагностировать, управлять и ремонтировать сложное современное электрооборудование. Найти профессию по душе просто. Можешь выбрать одно из 8 направлений подготовки. Одну из 3 форм обучения. Очное, очно-заочное и заочное. Студенты энергетики проходят обучение на новейшем, уникальном оборудовании и реальных электроустановках. Это генератор импульсных напряжений, солнечная панель космического аппарата, цифровая подстанция, цифровые двойники электроэнергетических систем и многое другое. Уже после 2 курса все студенты энергетики ТПУ осваивают рабочую профессию, получают свидетельство электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда и уже могут работать. Для студентов-энергетиков нет границ, даже географических. Они могут обучаться по программам академической мобильности в университетах Чехии, Венгрии, Германии и Франции и проходить практику на объектах электроэнергетики в России, ближнем и дальнем зарубежье. А за выпускниками-энергетиками Томского политеха выстраивается целая очередь работодателей. На одного приходится до 8 вакансий. По окончании обучения они работают в госкорпорации «Роскосмос», разрабатывая электрооборудование летательных аппаратов. В крупнейших энергетических компаниях России – «Россети» и системный оператор единой энергетической системы. Таким образом, обеспечивая управление, передачу и распределение электроэнергии под землей, на земле и в космосе. Выбирай энергию безграничных возможностей вместе с инженерной школой энергетики ТПУ.